о службе. Товарищ полковник, во время моего дежурства происшествие случилось. Рабочие дни, они начинаются для меня в 5 утра. Доброе утро, товарищ главнокомандующий. И боевой закалки. В основном я свое детство помню Сибирь. Это очень сильно меня закалило. Все было заточено на то, что я и стану военным. О жизненных принципах. Не обманывать. Не должен мой подчиненный приукрашивать свою служебную деятельность. И патриотизме. Я люблю свою родину. Поздравляю вас с Днем защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Люблю и служу Республике Беларусь. О том, что важно. Семья – это очень такое большое подспорье в жизни человека вообще. Один день из жизни военного комиссара Гомельской области Андрея Кривоносова. Проект «Портреты». Смотрите 24 февраля в 19:05 в эфире «Беларусь-4».